Едем по дороге, смотрим, на кустах что-то висит. Гнездо какое-то. Решили остановиться и сфотографировать. Дикобраз сидит, кормится. Хорошо балансирует. Знает, да, когда упадет, когда нет. И есть какие-то кусты, которые ему особенно нравятся. Он не каждое дерево кушает. Очень редко заметишь какой-то куст, весь обглодан. Именно на таком кусту ему нравится кора. Ну, покажи свое личико. Ну, чё ты? Отвернулся от нас. Занят, кушает, обедает. Вот-вот-вот-вот, немножко там что-то. Бесполезно. А в прошлом году, когда мы... В прошлом году, говорю. На прошлой неделе гуляли по лесам. Я нашел кусочек от дикобраза. Как раз где был куст весь объеден дикобразом. И там лежал кусочек шкуры. Койоты съели его. Я так удивился. Я думал, они их не могут скушать. А скушали, оставили только маленький кусочек. Клочок шкуры с иголками. Ну, иголки я попробовал на палец. Ёлки-палки, ребята. Лучше не трогать. Вот это желтое, оказывается, это не иголки. Это мех. Это просто волосы такие длинные. А под ними есть короткие иголки, как у ежика. Белые такие. Вот те вот острые. И так это, если уколешь еще это, так просто их не это самое не вытащишь. Очень болезненно так, и надо прямо пальцем вытаскивать ее эту иголку. Угу. Ну ладно, поедем дальше, наверное. Приятного аппетита, товарищ дикобраз! А куда он делся? А вон он сидит, вон. О, едем о, дальше, издалека смотрю на дерево. Что-то такое, думаю, неужели, что гнездо, что ли? А оказывается, еще один дикобраз. Офигеть, я на такую высоту забрался, на скалолаз. Никогда бы не подумал, а. Ну, видно, голодно им и холодно. Итак, зимой в Соскочеване все деревья увешаны дикобразами. Или мы раньше внимания не обращали, или просто это такое время года, когда они... Это такое время года, как же, наверное, не обращали? Да. Такое сразу глаза бросается. Ну, им не хватает корма сейчас, видимо. И они лакомятся вот такими вот местами. Тоже спиной к нам сидит. Ну, ладушки. Сейчас там сбоку его лежит, может, там уже не стоит. Ну, теперь он более-менее в профиль, да? Ага, ну, можешь остановиться? Могу. Хотя мы здесь обычно не останавливаемся, но если заплатите. Так, вот там он так далеко сидит. Да, здесь когда-то, видимо, был дом какой-то, сосновые, хвойные деревья, посаженные. Офигеть, как бобр какой-нибудь. Ага. Ну хорошо, что они у нас есть. Ну, хоть что-то. Тоже бывает, под колесами погибает. Медленные же такие животные. Да. Ужинают. Ну ладно, не будем, наверное, нарушать их трапезу. Ну. Тоже поедем ужинать. Давай, Катюша ждет нас.